Так, мы приехали на мыс Саган-Хушу, что значит белый мыс. На самом деле он не только белый, еще и бирюзовый. Под ноги только смотрите. Очень хотелось сделать фотографию, поэтому пришлось идти вот по этой насыпи льда, а по ней идешь как по стеклу. Видели мы наконец-то все пузырики. В общем, любуйтесь, пока есть возможность. Не каждый день я на мысе белом. Так что любуйтесь, граждане. Пока я тут гуляю, тут даже одно видать. Снимаю. Ой, мама, слушайте, такая трещина, там вообще. Так классно. Да, именно на трещинах видно, что там глубоко и страшно. Мы приехали на мыс Хабой. Самая северная точка острова Ольхон. 1,5 часа гуляем, а наш уважаемый водитель готовит обед. Уху рыбака. Бугор. Возвышенность. Видать, была трещина. Ну, тут их вообще довольно много. И потом, когда она зарастает, во время зарастания, вот еще вода-то теплая выходит. И такой вот бугорчик образуется. Что мы видим? Мега трещина. Оля что-то лазит там, нашла какие-то кудышки под водой. Что мы дальше видим? Что-то там наша экскурсовод засуетилась. Что-то увидела красивое. Добро пожаловать в мир Байкала. Все для вас, зрители, дорогие, полные на коленях.
грибочки к дереву прилипнут. Тут вообще целое царство пузырей. Вот это вид через льдину. Даже непонятно, что это через льдину. Так. Все сияет. Все блестит. Так, следующий фотограф меня угоняет. Все, встаю. Закоченели руки. Что, проголодалась? Конечно. Обед рыбака. Уха до завтра. Вкусная, привкусная. Сейчас посмотрим. По природе. Что может быть вкуснее? После такого ветра дуя. Вкусный обед у нас. Уха из омуля. Да, еще кому надо? Даже добавку дай. Приезжайте на Байкал. Где еще так покушаешь? На свежем воздухе. Вкусно, полезно. Очень вкусно. Полезно. Сало такое вкусное было. Тут у нас еще и уха-то из омуля. Да. Еще и какая-то застоечка была. Ну, я уж промолчала. Сладенькая. Так, давайте быстренько. В обратную сторону еще две остановки. Завтра уже дома будем. Печалька. Радиостанцию не раздавили? Нет, она вот на окошке.